Данная льгота предоставляется путем уменьшения суммы налога транспортного на сумму уплаченного платежа в систему Платон. Обращаем ваше внимание, что льгота предоставляется только владельцам транспортных средств. То есть платеж, осуществленный в систему Платон, должен быть от имени владельца транспортного средства. Для получения данной льготы плательщикам необходимо представить заявление в налоговую инспекцию лично, либо через почту, либо через многофункциональный центр МФЦ. Дополнительно сообщаем, для лиц, получающих пенсию по инвалидности и проходящих ежегодное медосвидетельствование в медико-социальной экспертизе, для данной категории лиц тоже необходимо ежегодно сдавать документы на льготы.